Всем привет, дорогие друзья, и сегодня, как вы видите, мы играем в GTA. Это творожок Данон, и сегодня у нас будет импровизированная гонка. Всем привет. Да, да. Что мы делаем? Смотри, я начинаю гонку, пока ничего не делаю. Куда? Я никуда. Стой на месте. Стой. Макар, можешь, пожалуйста, на месте постоять? Спасибо. Так, смотри, давай дойдем до, пусть будет озеро. Ребят, так, в следующем список. Видео мы будем устраивать гонку на мотоциклах. Да, так что поставьте лайк, подпишитесь на канал. А как? Нажимаешь на телефон, нажимаешь левую кнопку мыши и все, и заходишь. Подожди, нажимаю на телефон. Левую кнопку мыши и еще раз левую кнопку мыши. И ты что? Ты не зашел, Макар. А как? Колесико мыши два раза левую кнопку мыши нажимаешь. Сейчас. Да ну, оно не работает. Кинь еще раз пригло. Кину. На месте стой, ничего не делай, Макар. Пожалуйста. Макар. Я ничего не делал, все. Ребят, если что, мы только оттюнились. Ты Ой, Макар, Макар. Ты смотри, что делать. Когда я тебе кину приглас, нажимаешь список дел. И там будет гонка и импровизация, понимаешь? Ну давай, давай, давай. Список дел, гонка и импровизация. Если не нажмешь, то я... Ну кидай приглас. Без тебя поеду. Кидай приглас. Наконец-то. Дожди. Так, банк. А чё у меня метка убралась? Потому что мы едем на мою метку, Макар. А ты ее убрал? Не хочу, все, я без тебя поеду, давай. Подожди. Что, подожди, я тебя просила нажимать на Escape. Нет. Заходи еще раз, никуда не нажимай. Ой. Зашел? Да. Что, три? Поехали. Ну понятно, ты был ближе. Ты так встал, Макар. Так я же знал, куда мы едем. Может вообще по прямой? Ну по прямой, да. Едь, ты что? Ну я перевернулся. Молодец. Ты еще говорил, что моя супра говно. Да ну я перевернулся, куда ты едешь? Возвращайся. Если ты перевернулся, Макар, это не значит, что я не должен ехать. Ладно, я еду к тебе, правда. Можешь меня перевернуть? Че? Перевернешь меня? Ты серьезно не знаешь, как машину перевернуть? А, вот я перевернул. Макар! Надо было на кнопки управления повернуть. Сейчас лево я или право? Сейчас я давай еще раз, я опять зачунюсь. Все, Макар у нас гонка. Короче, ребят, если вы захотите с Макаром поиграть в гонку импровизацию, лучше не стоит. Лучше дайте мне зачуниться. Не можешь затянуться, пока у тебя гонка импровизации. Да чел, ну закончи, боже! Да нельзя никак закончить, пока не приедешь. Поехали, давай какая еще разница? Давай, раз, два, три. Теперь, если переворачиваться будешь, нажимай на левую,
поворот налево или направо? Ну, как говорится, не важно, что у машины снаружи, важно, что у нее внутри. Внутри. Вот как у меня сегодня. Ну, а сворачивать пути нельзя. Я не сворачиваю, просто занесло меня. А ты думаешь, сколько эта супра стоит? 1 500 000, что ли. Ни хрена. Да ее можно так найти у какого-то бота? Нет, нельзя. Тупой автобус. Дети, ребят. Ну да, я тут проиграл. Предыстория. Макар говорил, что моя супра говно. Потому что она мне не нравится. Сказал, что его машина круче и быстрее едет. Быстрее едет, я не говорил. И он, короче, предложил гонку устроить. Да ну, то быстрее. Быстрее едет, я не говорил. Понятно. Давай я тебе дам фору, я на газ не буду нажимать. Ну, давай я тебе дам фору, я на газ не буду нажимать. А мне такое дело. Давай, у тебя есть шанс. А, ну я еще врезался. Прикинь. Привет, все, едем наравне. Ну да, ты на газ жмешь. Че, я не знаю, что ли. Я сказал, не буду нажимать, пока ты меня не догонишь. Да ну она, мы не сыграем. О, он еще не туда поехал. Ну все, давай. Да ну я перелетел, походу. Ладно, я тебя жду, давай. Ты на видео посмотришь, как это было красиво. Угу. Классная гонка, мне нравится. Я летаю везде. Где только можно. Давай, я сейчас буду назад на тебя смотреть. Макар, я на тебя сейчас смотрю назад. Вот, ребят, всегда смотрите прямо назад, не отвлекайтесь. Никогда не отвлекайтесь. Все, ну тут просто по прямой, Макар, я. Ты на газ нажал. Ладно, все, давайте, я благородный, разрешаю Макару доехать до финиша, потому что у него мало денег. Давай, не только едь. Мало денег, потому что я тачку угробил. Ты давай, Макар, ты справишься, давай, я в тебя верю, Макар. Смотри, разворачивайся и просто на газ давишь. Вот здесь, да, разворачивайся и дави на газ. По прямой дави на газ прям, удерживай и не отпускай. Макар, да давай. Куда у меня? Подожди, Данон. Сейчас все будет. Я еду к тебе. Смотри, вот здесь на главном повороте разворачиваешься и просто втапливаешь, ну просто давишь на газ. Вот здесь, да, прям дави на газ. О, $250, слушай, хороший фарм. Угу. Че, давай еще раз? Давай. Где твоя машина? Стой, давай отсюда. Да, она уже все, того. Сейчас, давай мотоцикл закажи какой-то. Сейчас я закажу мотоцикл у механика. И ты вот... А, нет, подожди. Ладно, тогда надо Карину гробить, беднягу. Не надо мотоцикл. Ну что ж, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. А с вами был Торожок Данон. Я... И... Да, Медушка. Я Медушка. Почему ты за меня сказал? Ну, как бы, всем пока.